Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик, давно у нас его не было. Ничего у нас не выходило, накопились у меня контейнеры, и сегодня мы их откроем. Недавно я вот починил свой компьютер, сделал все как надо, и теперь полноценно могу заниматься ютубом, могу снимать видосы для вас, могу стримить, так что я, можно таки сказать, вернулся. Сегодня откроем контейнеры. На одном аккаунтике у меня будет 5, на одном 4, на одном 1. Так, в сумме у нас получится сегодня 14 контейнеров. Мы откроем, даже на армии у меня есть один контейнер. Посмотрим, где сегодня повезет лучше, где у нас сегодня пойдет такой вот жесткий прирост. Может, это будет прирост по кристаллам, может, по краскам мне что-то упадет. Ну, а может, как всегда, по стандарту, нарочка мне упадет, и ничего интересного у нас сегодня не будет. Поэтому давайте долго не будем затягивать. Здесь мы будем открывать по одному контейнеру, потому что 5 штучек у меня нету. И давайте стартуем. Открываем первый. Белое, 125 мин. Долго это открытие у нас не будет. Синее сразу. Изумруд. Красочка неплохо. Красочка изумруд нам падает. Сейчас, ребятки, мы сразу же ее посмотрим, где она у нас имеется. Так, краски куда я щелкаю. Красочка изумрудик. У меня даже такой на данном аккаунте не было. Ну, Какой-то плюсик у меня имеется, если я не ошибаюсь, то данная краска стоит сейчас 500 тысяч в гараже. Ну, неплохо, неплохо. Что-то падает уже синенькое. Прирост по красочкам у нас пошел. Давайте дальше открываем. У нас 50 батареек. Ну, батарейки на данном аккаунте вообще просто не нужны. Просто вот можно забрать и выкинуть эти батарейки, потому что это вообще полностью ненужная ерундовина, я бы так сказал. Поэтому давайте будем открывать у нас дальше. Так, открываем контейнер. И 125 ДДшек. Ничего четкого не падает пока. Сейчас мы быстро будем перемещаться на другой свой аккаунтик. Сейчас у нас заставочка, ребят, пока будет. Не забывайте, ребят, поставить лайкосик данному видео, а также написать комментарий. По вашим комментариям я разыграю победителя на промокодик. Вот так вот просто легко можно заработать целый промокодик на контейнер. Лишними контейнеры, я думаю, ни для кого не будут. Поэтому пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и выигрывайте контейнер. Здесь у нас имеется, я сегодня здесь взял один контейнер и 4 у меня за последнюю неделю, 10 контейнеров, 5 штучек имею, открою сразу 5, буду надеяться, что что-то годное у меня сегодня здесь дропнется. 5, пробуем, открываем, поехали. Кристаллы были, 3,5К, 125 ускорений, 125 мин, синяя, 250 всех припасов и краска граффити. Вот так вот, неплохое такое вот открытие 5 контейнеров, и даже красочка мне какая-то сегодня дропнула. Безусловно, здесь эта краска, нет, не сказал, что она так нужна, но, в принципе, вместо зеленого можно поиграть на той же граффити, пусть она будет теперь у меня здесь, на данном аккаунтике. Могло быть и лучше, но имеем то, что имеем, идем дальше. Еще у нас остается два аккаунтика, мы сегодня еще откроем на них наши контейнеры. Так, сейчас мы откроем на Team Pointers UT, там у нас 4 должно быть контейнера, 4 коробочки еще здесь у нас. Да, 14 коробок у нас вместе сегодня попадет. И если мне что-то годное упадет на... сейчас, ребят, сори. Если мне сейчас что-то годное дропнется на без доната, это было бы вообще супер. То есть, если упадет что-то просто нереальное, крутое на армии, это было бы вообще просто шикарнейшее. Просто шикарнейшее открытие. Ну, давайте сразу особое. 4 у нас коробочки имеется. Открываем первую и кристалл. Нет, не кристалл. 5 золотых ящиков. Мне что-то зрение обмануло. Мне показалось, что у меня кристаллы прибавились. Сколько у меня, кстати, здесь голдов уже на данном аккаунтике. Сейчас посмотрим. 15 золотых ящиков. Кстати, ребят, напишите в комментарии, как меня вообще слышно на видосе. Нормально или тихо, громко? Напишите. Это очень-таки будет для меня полезным таким вот комментарием, так что оставляйте, пишите, будет очень четенько. Давайте дальше открываем.
Это 3500 кристаллов. Даже не заметил, как крисы прибавились. Еще 125 ускорений. Кстати, ускорения мне на этом аккаунте, мне кажется, нужны были, да? Да, ускорений у меня мало. Как ни странно, и поэтому они здесь лишними точно не будут. И последняя коробка на без доната. Открываем. Давайте. Ну, это белое. Я уже думал, что-то годное упадет. Но 125 нитры, 300 нитры я плюсанул. В принципе, нитра мне здесь нужна. Не буду говорить, что она мне здесь не нужна, но такое вот открытие у нас пока вот получается. Такое вот не очень крутое. Ну, что поделать, не всегда везет. Когда-то бывают и такие открытия. Все-таки вы сами видели, какие у меня они были. Были и вечность у меня падала, и всякие мегаполисы падали, всякие краски падали четенькие. Так что кому-то везет, кому-то не везет. Не всегда же должно фартить. Ну и вот самый мой маленький аккаунтик Team P Army. Если кто не знает данную рубрику, то обязательно советую вам посмотреть ролики по данной рубрике. Один из них я оставлю в описании. Посмотрите, что я вообще придумал. Ну, как придумал, в принципе, это уже тоже реализуют некоторые ютуберы. Поэтому, если вам это интересно, то тоже присоединяйтесь, участвуйте вместе с нами в данной вот такой вот прекрасной рубрике. Я ее провожу на стримах по выходным. Ориентировочное время начала в 12 часов дня. Как-то вот так вот. И вот один контейнер у меня уже здесь имеется. Откроем сейчас его и будем надеяться, что в нем что-то годное упадет. Ну, конечно, я думаю, что первый все-таки контейнер. Нет, вернее, это не первый контейнер. Я здесь уже брал контейнеры. Но первый, который за заданки, и что в нем что-то годное упадет, я уже как бы особо и не надеюсь. Открываем. Да, у нас белое. 125 ДДшек. Ну, хоть неплохой дроп мне падает. ДДшки будет здесь нужны, могу поиспользовать в каточках, так что нормально, нормально. В принципе, если бы мне упало 250 всех припасов, я был бы просто шикарно рад, но падает просто 125 ДД, ну, лучше, чем мины какие-то. Так что вот как-то так вот сегодня у нас получается, какое-то вот такое вот сегодня у нас открытие получилось. Если вам оно понравилось, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий всегда. И следить за всеми новостями, за всеми видосами, стримами первыми. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Пока, ребят.